Что делать? Не получается раскрутить YouTube канал. Ответ очень простой и тривиальный. Вот если у вас не получается раскрутить канал, то я вам скажу, что не делать. Что делать, вы можете прийти к нам в школу видеоблогеров и посмотреть там уже почти 5000 уроков, разбитый по плейлистам. Каждый день выходит новый. Советы, рекомендации, прямые эфиры, стримы, все что угодно. Да? Что не делать? Это не идти к раскрутчикам, не искать легких путей. Поймите, что если бы это было так просто, этим бы занимались бы все. Сначала сделайте аудит вашего канала и поймите его ошибки. Потом сделайте контент-план и поймите, кто ваша целевая аудитория. Потом можете прийти к нам на консультацию либо к другому человеку и рассказать свой план и сделать аудит или анализ вашего канала, найти ошибки и только потом заниматься его продвижением. Все очень просто. Вот, казалось бы, вы ждете чего? Что там типа надо теги прописывать, да, надо там делать там вот обложки, надо то. Нет, это комплекс работ. Самое важное, это чтобы он был полезный. Помните, что вы не ваша целевая аудитория. Если вы создаете ролики, видео от души, полезное для своей целевой аудитории, видео, которым хочется поделиться, видео, которым хочется лайкнуть, то люди будут его и лайкать. А если вы делаете ролики для того, чтобы что? Вот я делаю канал, чтобы что? Вот когда вы ответите себе на этот вопрос, вы должны понять цель, то есть какая конечная цель этого канала. А потом уже думать о том, как этот канал привести к этой самой цели. Я все время, у меня вопрос вызывает такой смутный восторг. Представляете, вот вы сидите, к вам приходит человек и говорит, как раскрутить мой бизнес. И есть же авторы, которые начинают давать советы, да, как бизнес. То есть какой бизнес, какой у тебя входящий поток, какая у тебя ниша, какая тематика. Какие у тебя продукты по этому бизнесу? Вообще, чем ты занимаешься? То есть, это огромное, то есть, нельзя дать какой-то универсальный совет. Нет, вам могут дать советы люди, типа, приходи к нам на наш сервис, и мы там тебя раскрутим, покажем там туда-сюда. Потому что им все равно, кто платит, потому что они понимают, что они ничего не сделают, и возвращать деньги не собираются слово вообще. Поэтому здесь нет универсального ответа. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, предложение. Сначала посмотрите ролики на нашем канале, воспользуйтесь поиском по каналу. Там есть огромное количество вопросов, которые вы, наверное, уже не вы, а ваши коллеги, ваши собратья по проблеме задавали. И мы на них давали подробные ответы. Очень часто ответ бывает в виде стримов часовых. Второе, приходите к нам на консультацию, где мы подробненько разберем вашу проблему и найдем в любом случае способы решения. Посмотрите видеоотзывы после консультации, посмотрите тысячи отзывов от довольных за 5 лет, за 4. Мы собрали уже почти, ну за 5 полных, собрали почти 1500 отзывов. 1500 отзывов, друзья мои, за 5 лет это почти, ну, 300 отзывов в год, это почти по одному отзыву в день. Каждый день к нам приходят люди со своими проблемами, и мы, помогая им, тоже обучаемся. Мы, делая эту школу, тоже обучаемся, поэтому, если хотите, то приходите и вместе разберем вашу проблему и что вам мешает в продвижении вашего видео либо канала. Пара-барабам.